Телеведущая Ксения Бородина, ставшая в конце декабря мамой во второй раз, устроила первый выход новорожденной дочери по имени Тея на прогулку. Звезда объявила об этом в микроблоге. Стоит отметить, Ксении с малышкой во всем помогает ее старшая дочь Маруся. «Мару – главная мамина помощница, всю дорогу рулила сама», – рассказала Ксения. Также телеведущая подчеркнула, что у малышки Теи есть целых 3 коляски, которые меняются в зависимости от погодных условий. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!